Главу Южной Кореи впервые в истории страны может допросить прокуратура. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Президент Пак Кын Хе обвиняют в разглашении секретных документов своей подруги. Та, в свою очередь, подозревается в вымогательстве денежных средств у крупных компаний. По делу о коррупции уже допросили глав нескольких из них. Среди них Hyundai Motors и POSCO. Обыски также прошли в офисах Samsung. Накануне Сеула охватили массовые протесты. Более 200 тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки главы государства. В столкновениях с демонстрантами пострадали 4 полицейских.